12 500 молодых людей в Армении числятся в качестве дезертиров. Об этом говорится в официальном сообщении военной прокуратуры Армении. Отправленные в краткосрочный отпуск военнослужащие, в большинстве случаев, не желая возвращаться на место службы, стремятся сбежать за границу. Некоторые родители отказываются отправлять своих детей в армию. Между тем, в еще одном преступлении подозревается бывший министр обороны Давид Танаян, нанесший многомиллионный ущерб госбюджету при закупке непригодного оружия и боеприпасов. Его считают виновным в получении взятки в крупном размере. В настоящее время наряду с Танаяном в следственном изоляторе находится первый заместитель начальника генштаба Степан Галстян, а также начальник главного управления военной авиации Аветик Мурадзян.